Вопросы в большинстве своем по чемпионату России. И самый первый вопрос от Антона Шпигуна. Александр Викторович, видите ли вы смысл выступления Томи в чемпионате? Ведь очевидно, что томская молодежь будет поставщиком очков. Не честнее было бы сняться с чемпионата до лучших времен? Ну, во-первых, если ты снимаешься с чемпионата, там санкции какие-то применяются, правильно? Да. Вот, это раз. Во-вторых, они попали в такую ситуацию, и сейчас они могут использовать вот это свое положение, да, как раз для того, чтобы обстрелять молодежь и подготовиться к следующему сезону. Хоть как, хотя я понимаю, что вот если вот такие крупные поражения будут, как от Ростова, да, то это психологически и для молодежи очень тяжело, да, вот, проигрывать. И причем все идет к тому, что я не вижу, у кого они смогут даже ничьи зацепить. Вот с таким составом, да плюс еще у себя дома не играют, да, да, поле не подготовлено. Да и нет уверенности никакой, что да, в будущем сезоне в ФНЛ эти вот ребята, они останутся в команде, они опять Но молодежь быстрее всего останется, если, с учетом не совсем хорошего финансовой ситуации в клубе. Вот. Но, знаешь как, сниматься, я считаю, это тоже неправильно, если они не хотят прекращать вообще существование. Вот если бы они вообще бы решили прекратить существование клуба, тогда да, есть смысл. Вот. А если они все-таки считают необходимым сохранить клуб, да, то нужно играть до конца и вот эти матчи, которые есть, использовать их для уже для обстрела молодежи и для подготовки к следующему сезону. Но для кого играет команда? А? Вот сейчас для кого играет команда? Новость о том, что матч между Томи и Ямкаром перенесен в Пермь. Да. Ну то есть Томи не играет для своих болельщиков, для своих... играет в Томске. Но здесь там учения какие-то, издеваются? Батрас. Здесь даже если бы они, и у них бы ситуация нормальная была бы, да, и финансовая, и турнирная, да, то все равно из-за того, что стадион не готов, в данном случае здесь... Так, может быть, если бы были бы деньги, то, там, не знаю, агрономы постарались бы, или как-то же это бы можно было бы подготовить поле. Может быть, здесь взаимосвязь идет? Ну, определенная взаимосвязь есть, да, для того, чтобы готовить поле вот в таких условиях, да. Сейчас технически можно подготовить, но это нужно средства большие вложить. Да. Здесь, да, здесь все взаимосвязано. Но мы и говорили, что когда клубы, это не профессиональный клуб, который находится на бюджете государства. Вот, это ненормально, и так и будет, и впредь. И эту ситуацию нужно менять для того, чтобы были полноценные профессиональные клубы. Вот. И здесь замкнутый круг, они по кругу ходят, вот обрати внимание, Том уже давно, да, и у них постоянные проблемы. А сейчас получили транш очередной, да, что опять получат. Да. Здесь, знаешь как, если своих воспитанников нет, да, вот, то можно идти по пути, по которому идет Уфа, она берет воспитанников из других академий, да, но у Уфы стабильное финансовое положение, это республиканская команда, и у них хватает средств для того, чтобы ее содержать. У Томи, хотя Томь такой регион, что там тоже, в общем-то, богатый регион, деньги должны быть, но это, видишь, уже все зависит от руководства, от менеджмента.